Всем привет, с вами снова я Black Falcon. И сегодня у нас будет бой, который пойдет 22 августа. А именно бой между Шоном Полотовым и Себастьяном Фавамелой. Шансы, может быть, 75 на 25 позже Полотова. И я думаю, он делает победу единогласным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка. Как, по вашему мнению, он пойдет и каким методом завершится. Также подтвердите, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком. Выложите свое мнение по бою в комментариях. И подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки я оставил в описании. Также напоминаю вам, что в следующую пятницу в 20:00 по Москве пойдет последний сезон стрим по Crash Bandicoot Ancient Trilogy. На этой неделе, к сожалению, не получилось снять стрим. Что еще хочу вам сказать? Изначально этот бой я не планировал снимать, я вот вообще узнал о нем недавно и решил все-таки снять. Я долго думал, снимать или не снимать, но все-таки решил снять. А мы начинаем нашу трансляцию. И первым на рынке выходит Шон Шоутайм Полотов. 34 боя, 30 побед, 17 из них нокаут, 3 положения и 1 ничья. Уверен в себе Шоутайм, или как переводится его позже, время для шоу. А вот появляется и его оппонент, Себастьян Фавамела. 22 боя, 22 победы, 10 из них нокаутом и ни одного положения. Все свои бои этот бой провел у себя на родине в Германии. Здесь у даже победы и над серьезным оппонентом, Твани Мубанга, но все-таки это не тот уровень по сравнению с Шоном Полотовым. Все-таки Полотов настоящий топ-борец. Нам, кстати, присылают боксеров. Плюс хотел добавить, что это первый бой на выезде, так что серьезная проверка для непобежденного Фавамелы. Сейчас рефери напомнит боксерам правила, и мы начнем. Первый раунд. Погнали. Восьмиен. Атакует Полотова. Отвечает Себастьян Карлинич. Восьмиен. Помахивается Полотова, Фавамела тоже будет мимо. Обменяется давами большие. Полотов сразу же обращает, кто хозяин ринга. Попадает сквозь блок Шон Полотов. Отвечает Себастьян Фавамела. Карлинич. Поковшу бьет. Боксер возле внимания. Полотов отвечает. Попадает Фавамела. Неплохо. Оба помахнулись. Мимо. Повернулся Себастьян.
protect the midsection. Вашемен попадает с чистым удавом Шон Повотова. Able to cover up along the belt line, blocks that one. Вашемен. Неплохо, Саш. Обхитрил Шон Повотов своего визави, наказал его за ошибку. Gets rid of that body shot. Вашемен. Didn't get it done going to the body there. Final 10 seconds of round number one. Неплохо. Blocks that belt line well. Не первый раунд за Повотовым, 10-9 в его пользу. И у нас раунд номер два. Here we go. Round two is underway. Атакуют Шоу Тайм. Tucks those elbows in, blocks the body shot. Попадает он по Холмелле. Апперкот. Вашемен, апперкот, клинчует боксера с Гавмани. Неплохо, повел сейчас Себастьян. Last thing either guy wants to be here, Teddy, is one-dimensional. The last thing you want to be in anything to be successful is one-dimensional. I mean, if you're a comedian, you don't want to be saying the same thing all the time. The crowd's not going to be there. Well, your opponent is going to be there all night long if you do the same thing. Bone Crusher sitting back right now, Teddy, and looking for that counterpunch opportunity, isn't he? Yeah, that's exactly what he's doing. He's waiting, you know, he sees that his opponent is in his armory, so to speak. You know, he's in his castle. He's getting him to come out of his castle. He wants him to come out of his castle, so now he can attack. Мимо. Halfway through round number two. Попадает по корпусу. Шоу Тайм. По-моему, пока что очень и очень осторожен. Неплохо, что он сейчас по корпусу побил. Неплох. Шон Повотов отвечает Себастьян. Showing you some defense there with the block. Мимо. Вашемен. Just 10 seconds to go here. Полумело. И второй раунд за Шоном, и счет 20-18 в его пользу. Well, he's showing that to you right now. I'm looking at him right now, and he's starting to get up. There's a couple seconds left. There's probably 5 seconds left before he has to get up, and he's getting up early.
That shows you right what you're talking about. He can't. He's chomping at the bit. He's confident. He's got nothing left. Now listen to me. I need you to double up your punches and keep the lead, all right? You don't need that. Don't let him. И у нас раунд номер 3. Попадает Себастьян. Мимо. Попадает Повотова. Off to the side, a little swing and a miss going upstairs. Мимо. Able to get away from that headshot with the block. Попадает Повотова. Protecting his head well with his guard. Попадает снова Шон. Кинчует сейчас Повотова. Попадает сейчас Себастьян Фавмало. Shotgun's defense did a good job there, able to avoid that punch. Мимо оба. Carries that punch intended for the head. Relax. You're still not moving enough. Move, move. Неплохо сейчас бьет Повотова. Смен. He's got his guard up really well that time and it protects his head. Мимо. Неплохо попадает Повотова. 10 seconds to go in this third round. Аквакот. Попадает снова Повотова. И за этим раунд же американским боксером. 327 Повотова выигрывает. Don't walk into him without throwing a punch. Where's your body work? Get the body. Но Фавмало пока что неплохо обороняется. Все же попадание пока что он не пропустил. А в целом все еще творчит 30-26 в пользу Повотова. И у нас раунд номер 4. Поддавливает шоу-тайм. Восьмиен. Идет в атаку Фавмало и сразу же клинчует. Мимо Повотова. Восьмиен. Восьмиен. Good work by Bone Crusher. Попадает Себастьян, Повотов отвечает. Nice
Но пока, конечно, поактивнее. Шоу-тайм. Пытается сломать он эту оборону. Фомава же просит, что доточно как раз на работе вторым номером. Клинич. Мимо. Попадает в Повотова. Атакует Себастьян. Мимо бьет Повотова. Мимо. Промахивается Фомава. Повотов попадает по колбушу. Вашмен. Staying away from those headshots with his defense up top. He's tight. He's tight. Мимо. Попадает снова шоу-тайм. Мимо. И четвертого он забивает себя в копилку Повотов. 46 в него пользу. Just being able to say he didn't put forth enough effort. Why? Because it's a mental game, Joe, and it's about confidence. And right now he does not have the confidence to go forth to do those things. Even though you and me are looking and we see the opportunities there. He doesn't see them. He doesn't feel them. Но пока что видно у нас, что Овен Буксов важный. Здесь, конечно, и свои удачные моменты, и фомбелы, но их немного. А у нас раунд номер 5. Неплохо сейчас попал Себастьян. Well, his opponent is opening up and coming forward, so I would think there are some opportunities that exist. Yeah, I think some counterpunching opportunities. Повотов пытается поддавливать. Not on the front end, but on the back end. Вашмен. Keep moving. Неплохо пробивает Фомава. Nice! Клинич. Удает по копушу. Шоу-тайм. Мимо бьет Фомава. Неплохо сейчас попадает Себастьян. Пока что Фомава больше бьет именно по корпусу своего оппонента. Вашмен. Looking good. Bone Crusher's got to be moving more than this, Teddy. I mean, you cannot win a fight just standing stationary like this. Well, you know, if his opponent could have, he would have gotten him to sign a contract and say, "Hey, I want you to stand right in front of me all night long, so I can do whatever I want." And he's doing. Неплохо, кстати, этот раунд поводил Себастьян. Мимо бьет Повотов. This one.
пытается атаковать Полтер, но попадает по блоку оппонента. Неплохо сейчас встретил Шоутайм. А пятый раунд, как по мне, минимально все-таки за Формелло. 49-46, Полтова ведет. In that last round. Now, we still have him losing this fight, but he's closed the gap. Yeah, he's picking it up, you know, and that's вот exactly эффективнее он был, да и поточнее, что его визави. He was in a car race, he was going about 40 miles an hour, everybody else going 50. Now he's got it up to 45-48. A couple more miles per hour, you know, push that gas pedal a little more, Joe, and he might be there. Так что интеллигентный у нас пока что сильнее. И у нас раунд номер 6. Лошмен. It was the kind of round that can turn a fight in a completely new direction. He did well. Yeah, you know, the old time saying was, good finish. Well, that's what he's hoping for. Good finish. Covers up nicely, gets rid of his opponent's body shot. Покош бывает Шоутайм. Восемьян. Dismisses his opponent's headshot. Keep moving, keep moving. Мимо. Porter's really making purists out there put a smile on their face. Немножко, как по мне, специально немного отдает инициативу Полтер. Клинчует Фавмелло. По блоку попадает Себастьян. Помахивает Шпакову по Шушон. Поклон шибет Полтер. Мимо Фавмелло, а Полтер встречает апперкотом. Неплохо. Мимо. Помахивает Шаповатова. Хук, по исполнению Шона. See, that's the work they want to see with the right hand by Bone Crusher. Мимо Фавмелло. Поклон сюда Шоутайм. Апперкот. Клинч. И еще шоу раунд же Полтовым, и все становится 59-55 минут позже, после первой половины боя. Но и Фавмелло неплохо, сожрет неплохую конкуренцию своему визави. Так что будет достаточно все интересно. Посмотрим, что же нам покажет вторая половина боя. И у нас раунд номер 7.
the ability to adapt so important. Who can make the changes? Розумієм. We're halfway through this scheduled 12 rounder. Вдає твого мова, повтов відповідає. Неплохо. Вашмен. Апелкот от Повтова. Oh, he just misses with that headshot. Shotgun's really bringing a lot. Я думал, начинает Повтов очень и очень агрессивно. Клинч у нас, кстати, был, попадает Себастьян. Well, it's everything, really. It's kind of like being a golf player where you get all your torque with that swing where you put your hips into it, sort of. The hips are going into that punch, and he's really bringing that trunk right up into the punch. Inside. Попытка ударить от Фаумелы. Мимо. И попадает Себастьян. At the halfway point of round 7. Апелкот от Повтова. Мимо. Попадает на встречу Шон Повтов. Фаумелла отвечает. Мимо. Попадает сейчас Фаумелла. Повтов продолжает атаковать своего оппонента. И все-таки превосходит по школости Повтов своего визави, а продолжает он его. Вашемен. Клинч. Мимо. And he's continuing to miss. He's making no adjustments. A guy's moving his head. You know what you want to do a little bit? What's that? Well, you want to feign him a little bit. Фаумелла. Но, как мы видим, устает Шон Повтов. Don't just go out there flailing away. Ну, это вам забивает к себе в копилку Повтов. Сейчас он уже 69-64 в него пользу. Пока что именно Повтов превосходит во многом своего оппонента, но Фаумелла не сдается, ведет свою линию. Заставляет выкладываться Повтова. И такого сейчас он не получил. А у него сейчас счет 69-63 в пользу Повтова, и у нашего раунда номер 8. Атакует Шоутайм. Клинч. Неплохо попадает Повтова. Мимо. Мимо, встречает Фаумелла. And what's gonna happen next? See, you know, he's leaving himself open. He hasn't paid for anything yet, but that will be coming before you know it. Попадает Повтов. Помахивается Себастьян. Снова попадает Повтов. Фаумелла отвечает. Мимо Себастьян. Промахивается снова Фаумелла. Повтов выжидает. Неплохо пробил по корпусу. Апперкот. Но видно, что Повтов устал уже.
to go, halfway through round eight. Но пока что таки бой проходит полностью по диктовку Шона Полкова. Попадает сейчас он по своему визави. Отвечает Себастьян. Попадает по корпусу Поватова. Крылинич. Porter's blocking ability is doing well for him there. Shotgun's keeping his guard up very, very well. Teddy, does it help to have the speed that he has? Sure. Anytime you have speed and you can put it into the equation where whatever you're doing, it has to be technically right, but now you put speed, you're doing it even better. You're doing it at a higher level. Неплохо Портова, несмотря на усталость, атакует, заставляет сидеть оппонента в обороне. Мимо. И очередной раунд же Портовым, и все становится 79-73 в его пользу. Sitting here all night long as he lands these thudding blows. You can just hear the damage landing. Yeah, and I can feel them. Some fluids that I don't really want are coming onto my shirt. Nice and strong, nice and strong. Uppercut, hook, hook to the lip. Don't forget that. Keep the hands up. И у нас раунд номер 9. Неплохо с этим помимо своего визави. Вашемен. Ну и понятно, что боксеру в Германии надо душковать. Попадает Поватова. Мимо Фавмела, помахивает шею Портова. Встречает Портова. Неплохо сейчас встречает Фавмела своего визави, ошибся Полотова. Попадает по корпусу Себастьян. Ну и конечно видно, как Полотов все-таки устал в этом поединке. Teddy, what kind of training regimen do you put a guy through to develop this skill? Well, what you do is you have to work on defense. Sometimes I'll put a fighter in the ring to spar, and I won't let him throw punches back. I'll make him just make the guy miss. Just use his legs, use his head movement, use his blocking skills, and make sure he concentrates exactly on one thing, defense. He's shown it right now. Double jab, double jab. Keep moving, keep moving. Попадает. Show time. Все равно атакует Полтова, несмотря ни на что. Мимо. Попадает Полтова. Вок попадает Себастьян. Попускает сейчас Повотов. Но сразу же возвращает эпизод себе.
Good block there by Bone Crusher. Попадает Фаумела. Неплохо сейчас пробивает Себастьян. Наверное, минимально все-таки раунд за Портером. Были моменты у Фаумелы, но Портер всегда на них отвечал. Сейчас у нас 89-82 в пользу Showtime. А нам осталось посмотреть лишь чемпионские раунды. Три раунда лишь у Фаумелы, чтобы исправить ситуацию. И у нас раунд номер 10. Идет Себастьян вперед. Портер помахивается. А сейчас опередил Фаумелу Портера. Пропускает Шон. Апперкот. Попадает снова Себастьян. Мимо. Идет в атаку Повотова. Неплохо. Bone Crusher's putting forth a game plan of being a volume puncher, but Teddy, he's not landing a lot of these punches. What kind of effect can that have on this fight? Well, he can get frustrated. Какой-то от Повотова. Hey, he might not win the fight. Фаумела отвечает. Вашемен. Неплохо. Сейчас попал в Повотова. Ну видно, как устал Портер и как же себя Себастьян. Попадает Фаумела. Отвечает Showtime. Карлинич. Мимо. Tried to land that upstairs and was off the mark. Покош пробивает Шон Портова. Портер продолжает делать то, что же хочет. Именно он диктует все равно ход поединка, как мы видим. И опять же в концовке раунд уже Портова. 99-91 Портов ведет в счете. Capitalize on his mistakes. I want to see that counter hook. Make him pay for his mistakes. Два раунда нам еще осталось посмотреть. He's ready to go, okay? He's ready to go. Just keep doing what you're doing. И как по мне, даже несмотря на свою усталость, Повотов побеждает. Let's count this guy and call it a night, alright? Let's go. Nice work. Nice work. А он сейчас ведет счет 96-92 в пользу Повотова. И у нас раунд номер 11. Don't be like Billy Conn was years ago against Joe Louis in the late rounds, actually the 13th round. Апперкот от Повотова. His corner told him, just box, keep doing what you're doing, you can't lose. He said, no, I'm gonna knock him out. Don't do that. Keep boxing. Вашемен. Nice block by Bone Crusher.
Keep moving. Keep moving. Мимо. Попадает Хоумела. Кэлинич. Мимо. Porter's doing exactly what you should to be a strong defensive player. Давай, вот что Поутова. Nice work, nice work. Неплохо. Ошмен. Halfway through this 11th round. Помахивается Себастьян. Мимо ее Поутов бьет. Сил, как мы видим, у Шона практически не осталось никаких. Попадает Шоутайм. Махит Шумела, Поутов попадает. Не помню, что встретил Себастьян Фаумела. Вашмен. Апекот от Поутова. Неплохо, здесь вот Шоутайм. И открывал, он забивает Поутов свою копилку. 109, 100 в его пользу перед заключительным раундом. Дерзкин, что же там происходит у судей? И в когда боксовый шоу Шуди в этой игре любят тупить. Ну что ты, грубо говоря, этим боксом устал, в этой игре это проиграл. Фактически. Не всегда, но очень часто. Суд начинает отдавать раунда 10-8, где даже нокдаунов нету. Так что посмотрим, что же все-таки будет. И у нас финальный раунд. Встречает Поутов сразу своего визави. Снова попадает в Шоутайм. Кэлинич. Мимо. Попадает по корпусу Поутова. Неплохо. Вашмен. Пытается что-то сделать Себастьян. Апперкот. Попадает Фаумела. Неплохо сейчас было. Halfway through this 12th and final round. Nice block by Porter. Keep working the body. Давит Себастьян. Yeah.
See, that's some fine defense right there. I love that block by Bone Crusher. He just missed that shot up top. И у нас заключительная минута. Попадает. Шоу-тайм. Отвечает Себастьян Фавумава. Мимо. Попадает Поутова. Мимо. Last 10 seconds of the fight. Gets rid of that. It was intended for his head. Калинич. 119-109 Поутов. Ждем судейского разрешения. The kind of fight that you know there's going to be controversy over the score. Yeah, very close. And the kind of fight where you could be influenced different ways depending on what you like. Чё, блин? Судьи объявляют ничью, хотя Поутов был значительно выше своего оппонента. Как по мне, явный булшит. Все судьи 112-112 в пользу Поутова. Первые 4 раунда отдали Поутову. Причем первый раунд с счетом 10-8, хотя нокдауна не было. Пятый раунд Себастьян. С 6 по 8 Поутова. С 9 по 12. Фавумеле, причем чемпионский раунд отдавались ему с счетом 10-8, хотя нокдаунов не было. Это явный булшит. Поутов частую выиграл этот бой. Давайте глянем статистику поединка. Поутов попал 253 удара из 761 выброшенного. Фавумеле 159 из 498. У Поутова 87 из 318 в голову и 166 из 443 в корпус. У его визави 44 из 195 в голову и 115 из 303 в корпус. По раундам. Первый 24-15, второй 24-18, третий 19-9, четвертый 27-16, пятый 16-13, шестой 20-9, седьмой 24-10, восьмой 24-15, девятый 21-11, десятый 19-14, одиннадцатый 16-12 и финальный 20-17. Что ж, на этом все. Посмотрим, как на самом деле пойдет этот поединок. Напоминаю вам, что в пятницу в 20:00 по Москве пойдет перенесенный покрылся Бандикут Ancient Trilogy. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки я оставил в описании. Всем пока!